Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел заседание антитеррористической комиссии с участием главного федерального инспектора аппарата полпреда президента России в СКФО, руководителей силовых и правоохранительных структур. Обсудили состояние работы, проводимой антитеррористическими комиссиями городских округов и муниципальных районов по реализации приоритетных задач по противодействию терроризму и национализму в условиях актуальных террористических угроз и определили основные задачи для повышения ее эффективности. Также в ходе АТК обозначили ряд дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности предприятий ЖКХ и так далее.